не закончил школу, в лом было вставать к восьми. Мама сказала, когда надо, разбужу, поспи. Я спал и видел, как я рву грелку на куски, пока другим учителя копали на мозги. Я набирался ума днем и ночью, пялись в телек, тягал металл, глотал метан, мама давала денег. Расслабить сухо на глазах, и я глазам не верил, пока других преподы прессовали в универе. Я не читал книжек без них, и так ума палата. Не знаю языков, но знаю, мой язык богатый. Мама сказала, все, подъем, греби деньги лопатой, и пристроила меня куда-то депутатом. От колыбели до могилы мы хмурые, как небо над Тагилом. Куда ни глянь, абсурд, ты дебилы. Обстановка неплоха. От колыбели до могилы мы хмурые, как небо над Тагилом. Куда ни глянь, абсурд, ты дебилы. Обстановка неплоха. Чё ты как чмо? Чё ты как чёрт? Чё ты не патриот? Ты чё, волчонок? Ты дохуя умный? Слышишь, ты чё, нах? Ты же крещённый, но ты ж не копчёный. Ну вот и всё, нах, хочешь быть порабощённым? Слышь, я тебе повторяю ещё раз. Чё ты как чмо? Чё ты как чёрт? Чё ты не патриот? Ты чё, волчонок? Ты дохуя умный? Слышишь, ты чё, нах? Ты же крещённый, но ты ж не копчёный. Ну вот ты все, нах, хочешь быть порабощенным? Слышь, я тебе повторяю еще раз. Мы хотим плохих дорог, мы хотим, чтоб нас гнули в рог. Мы хотим жить не впрок, а в долг, только чтоб задать урок нашим заклятым врагам, понадавать по щекам. Всем они строят козни, ну а всех больше нам. И пускай ярмо тяжело, но у нас есть скрепы, скрепы. Мы все здесь заодно, с нами деды из склепа. Пусть наконец все узнают, что есть на земле такой народ, у которого есть царь, над которым есть Бог, а с ними дикий черт, а нам все нипочем. И если надо, мы намертво станем рядами к плечу плечо. А если ты не с нами, тогда, приятель, подъем. Пора ноздрями втянуть поглубже чернозем. От колыбели до могилы мы хмурые, как небо над Тагилом. Куда ни глянь, абсурд, ты дебилы. Обстановка неплоха. От колыбели до могилы мы хмурые, как небо над Тагилом. Куда ни глянь, абсурд, ты дебилы. Обстановка неплоха. Значит, во-первых, здравия желаю. Во-вторых, сейчас все помолчали и послушали короткую беседу. И в-третьих, получается, каждому из вас у меня ряд разъяснительных вопросов. Чё ты как чмо? Чё ты как чёрт? Чё ты не патриот? Ты чё, волчонок? Ты дохуя умный? Слышишь, ты чё, нах? Ты же крещённый, но ты ж не копчёный. Ну вот ты всё, нах, хочешь быть порабощённым? Слышь, я тебе повторяю ещё раз. Чё ты как чмо? Чё ты как чёрт? Чё ты не патриот? Ты чё, волчонок? Ты дохуя умный? Слышишь, ты чё, нах? Ты же крещённый, но ты ж не копчёный. Ну вот ты всё, нах, хочешь быть порабощённым? Слышь, я тебе повторяю ещё раз. Чё ты как чмо?